В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить увлекательный канал под названием Видмайн. Парень только недавно начал, но у него уже 2000 подписчиков, так что, ребят, давайте подпишемся на канал, особенно любители Майнкрафта, потому что этот парень снимает Майнкрафт. Так что, ребят, не проходите мимо и подписывайтесь. Ссылочка есть в описании, а мы продолжаем. Приветик всем, ребята, с вами ваш Кент ПК, и сегодня ваш Кентуха по вашим многочисленным просьбам расскажет вам, как же можно сделать крутую 3D-шапку себе на канал. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, пожалуйста, напишите какой-то хороший комментарий и расскажите о данном видеоролике вашим друзьям, типа Кентуха снял видео, как можно себе сделать крутое оформление. Ребят, оформление можно сделать очень быстро, буквально за 5 минут можно себе сделать классное оформление, по крайней мере, я на него потратил 5 минут. Все, ребят, делается крайне просто, и я вам хотел бы все это показать, и чтобы вы посмотрели, оценили, а также в конце, ребят, я вам сделаю подарок в виде шапки, которую может использовать каждый, притом каждый из вас, даже тот человек, у которого нету фотошопа. Ну что же, мои уважаемые подписчики, надеюсь, вы расскажете данное видео всем друзьям, потому что мне Анетка сказала, типа, Кент ПК, это видео не зайдет, говорит, не снимай дизайн, я говорю, как не снимай, я пообещал, она говорит, ну это видео наберет мало просмотров. Чуваки, давайте докажем Анетке обратное, расскажите о данном видеоролике всем вашим друзьям, бабушкам, дедушкам, всем расскажите, к прохожему подходите и такой, а ты смотрел новое видео Кент ПК, он такой, нет. И вы ему кидаете ссылочку там в WhatsApp или Viber. Ну, короче, вы поняли, да, сам концепт, чтобы рассказали о данном видео всем друзьям, корешам, всем рассказали. Чтобы было много просмотров, потому что если будет мало просмотров, то, к сожалению, рубрика крутого дизайна на канале Кент ПК закроется. Ну что же, для начала я вам покажу шапку, которую я сделал сам себе. Вот это, смотрите, вот это моя шапка. Не знаю, как вам, но как по мне, довольно-таки неплохо. Если что, эту шапку вы уже можете увидеть у меня на канале. То есть прямо сейчас эта шапка уже у меня на канале. Как же сделать крутую шапку самому? Ребят, я вам сейчас все расскажу. Все это делается крайне-крайне просто. И тем более, я вам скину эту шапку потом, сможете скачать в описании. Даже в двух вариантах, я вам сейчас скажу. Так что внимательно смотрите. Даже если нету фотошопа, все равно, ребята, смотрите и слушайте. Чтобы сделать шапку, вам необходимо, во-первых, фон. Чтобы сделать фон, заходите в игру, делайте скриншот. Но чтобы сделать скриншот, чтобы было нормально, ну, знаете, было без оружия, чтобы все было не коряво, вы, ребят, должны отключить оружие, а также отключить кнопки управления в настройках. То есть все это делается очень просто, я думаю, вы все это умеете делать. Потом, ребят, вы делаете, грубо говоря, ваш фон. Дальше вам необходимо сделать текст. Как делать текст, ребят, я вам уже рассказывать это не буду, потому что это тогда уже будет не 5 минут, а будет очень-очень долго. Так что, как сделать крутой 3D-текст, лучше вбейте в ютубе в поиске, как сделать крутой 3D-текст. Вы, ребят, делаете крутой 3D-текст. Вот я, к примеру, уже сделал в программе Cinema, ну, как по мне, довольно-таки неплохо. Если вы с телефона, то там уже другие программы, но, думаю, вы, ребят, найдете в ютубе, как делать текст. Дальше, третья составляющая, вам, ребят, необходимо добавить кучу разных эффектов. И четвертая составляющая, это, ребята, чувство стиля. Чтобы вы понимали, да? Чтобы вы понимали, типа, вот если я добавлю этот эффект, то выйдет говно. Вот если я добавлю этот эффект, то будет круто. Это, ребят, самое важное в создании YouTube шапки. Вот, к примеру, смотрите, вот я добавил разных эффектов, я вам сейчас все их включу, смотрите, да? Вроде бы, да, ничего особенного, но смотрите, как же все это круто смотрится. Также я, ребят, добавил персонажей из Блокстрайка. Чтобы их найти, вы должны перейти в группу Block Art, и там есть куча этих персонажей в PNG формате. То есть PNG формат — это формат там, где персонажи без фона. Я скину ссылочку на эту группу, большое им спасибо, они большие молодцы, они красавчики. И там, ребят, я нашел вот этих двух персонажей, это Йоба, а это обычный персонаж из Block Strike. Я их нашел и добавил к себе на шапку. И как мы уже видим, ребят, буквально за 5 минут вышла очень крутая шапка, да? Ну, конечно, не такая, как у меня. Ну, как по мне, у меня вышло немножко покруче, да? Ну, вот вы видите, тут есть и блики, и есть и дым, и все тут есть, да, ребят? Но вот обычная шапка за 5 минут, которую может сделать каждый из вас, тоже есть. Но вы мне скажете, Кент ПК, у меня нету фотошопа, нету синема, что мне делать? Ребят, окей.
Я отключаю вот этот слой своего текста и скидываю вам эту шапку без текста. Вы ее качаете и просто поверх, вот сюда, видите, вот прям сюда добавляете ваш текст. То есть, ребят, не проблема. Я знаю, что, ну, не все умеют, не все могут. Я скину вам просто шапку без текста. Вы добавите свой текст сюда. Как сделать крутой 3D текст с телефона, ребят, вы там уже найдете в Ютубе, окей? Думаю, вы все найдете. И просто добавляете ваш текст сюда, на эту шапку. И у вас уже есть готовая шапка в стиле Блокстрайка. Ну что же, ребят, если вам нравятся мои туториалы, то, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы хотите, чтобы я вам скинул свои паки, то, ребят, если будет много лайков, в следующем видеоролике я вам скину все мои паки, все мои эффекты и так далее. Так что, ребят, поддержите меня, пожалуйста, вашими просмотрами, а также вашими лайками. Напишите, пожалуйста, ваше мнение о моей шапке в комментариях. То есть, эта шапка делала 5 минут, недолго, но вроде бы вышло, ребят, прикольно, да? Вот я сейчас включу текст, вроде бы вышло прикольно. Так что, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Расскажите о данном видео вашим друзьям. Если что, ребята, все необходимые ссылочки будут в описании. То есть будет сам файл фотошопа, а также будет просто картинка, чтобы вы смогли добавить тупо текст, и у вас вышла готовая шапка. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. А, и да, кстати, забыл. Если вам лень делать вообще шапку, можете купить шапку у моей дизайн-студии. Ссылочка есть в описании. Все, ребят, давайте, пока-пока.